Всем привет! Самое утро 14 после 10:01. Уже нет слов просто про интернет-магазин, но тем не менее начнем с приятного. Получили два пакета, только что первые самые, которые первый день выиграли, наконец-то они пришли. Наши первые пакеты с блистером. Вот один блистер, одна посылка. И во что он обошелся, значит, в итоге себестоимость именно самого блистера 500 тенге, но почтовые, так, где почтовые, а где наши почтовые, ничего больше нет, да? То есть, вот такая вот тоже интересная ситуация, как вы видите. Вскрылись, думали показать вам, почему такие дорогие блистеры в Казахстане. Потому что, получается, мы платим за пересылку, за ЕМС, плюс страховка порядка 3000. То есть, получается, 3500 только себестоимость блистера. А тут ты и бумажку даже не покажешь. Так, ну ладно, пришел. И пришел, слава богу. Тираж 7000, думаю, по-любому оправдается. Давайте посмотрим второй пакет, что в нем тоже. Ну, по одному блистеру, опять же, практически никто не берет. Люди назад скидывают в корзину, потому что это совершенно невыгодно. До того, когда получалось у кого-то брать в филиалах, накрутка была 500 тенге. Сейчас же вот один пруф подошел. Посмотрим здесь бумаги, вот стоимость его, видите, в интернет-магазине 4000 и опять вновь ничего. Где почтовые, которые мы, где страховые документы, вы видели, да, кто вчера предыдущий ролик, когда идет монета ценою 400 тысяч. Там бы было еще основание поспорить. А здесь я не знаю, где. В общем, получается, перестали выдавать. Почему-то два описи, контрольный чек. Интересно. То есть, контрольный чек, обратите внимание, у вас такой же остался контрольный чек. Потому что в самом интернет-магазине мы платим большие деньги. Плюс пересылка. Так, открываем коробочку. Опачки. Замечательная красота. Монетка, позолота. Приятно созерцать. Выемка ее. 200 тенге. Номинал этой монеты. Очень красивая. Опять же, по себестоимости вышло, грубо говоря, 7000 тенге. Так что, если в одиночку. Достаточно дорогое, конечно, удовольствие. Но, тем не менее, с доставкой сегодня курьер привез. Чему очень рады. Но переплата, вот смотрите, две монеты. Два дня работы. Почта заработала, грубо говоря, 6000. При себестоимости абсолютной величины получается 500 плюс 4, 4500. И на почту 6000. Кто в выигрыше, ваше мнение, пишите, пожалуйста. И у кого какие бумаги, какие надписи, пожалуйста, в комментариях.